Межведомственная акция «Дрожим законом» в первую очередь направлена на формирование у детей и молодежи осознанного законопослушного поведения. Сегодня на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит около 300 подростков. С целью профилактики правонарушений среди молодых людей представитель ИДН встретилась с учащимися гимназии номер 3. Ну, во-первых, они получают информацию дополнительную, которую, может, им в школе не расскажут, родители не расскажут. То есть, когда приходит конкретно сотрудник и рассказывает со своей точки зрения, то есть, как он это видит, он с этим работает, сталкивается. Я думаю, для них это полезно будет знать. Слушали внимательно и делали выводы. Екатерина Ермолаева доступно рассказала десятиклассникам об административной и уголовной ответственности, о возрастных ограничениях и времени пребывания подростков на улице, о последних нашумевших событиях, которые случились в Солигорском районе с участием несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент актуальными вопросами, наверное, среди несовершеннолетних это распитие спиртных напитков и употребление наркотических веществ. Самые главные такие актуальные вопросы. И в данном состоянии подростки у нас в последнее время совершают как административное правонарушение, так и уголовное преступление. Школьники также смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы на них. Определенно эти встречи полезны, так как они дают нам очень много нового, много информации полезной. Мы усваиваем для себя многие, скажем так, вопросы, которые нас интересовали, и нам не могли это рассказать. Большое спасибо, потому что для нас, для подростков, знать такие правила очень важно. В основном был информирован, но узнал, что можно до 16 гулять до 11 часов, после 16, ну, как захочется. В первую очередь обращать внимание на поведение детей должны родители, говорит Екатерина Ермолаева. Знать, где и с кем находится ребенок, контролировать и принимать участие в его жизни необходимо. И ни в коем случае не распивать с детьми спиртные напитки. Потому что у нас участились даже такие случаи, что родители непосредственно с детьми употребляют спиртные напитки, потом дети выходят на улицу и совершают административное и уголовное преступление. Акция «Дружим законом» является частью комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов. Организатором и координатором акции является комиссия по делам несовершеннолетних Минского облисполкома.